Привет! С вами снова Владимир. В Таганроге 24 декабря. На улице тепло. От плюс 5 до плюс 10 я даже решил шапку не одевать. Итак, сегодня рассмотрим такой вопрос. Как правильно переносить черепицу, металлочерепицу, с места на место? Первое. Чего делать ни в коем случае нельзя? Ни в коем случае нельзя брать ее с двух сторон за края и нести вот так. Один стоит здесь, один там. Почему? Черепица начинает провисать. И вот это расстояние между верхушками волн немножко изменяется. Все говорят, не может быть. Реально может быть. Это черепица Пуритан с итальянским материалом гостовской толщиной 0,55. Она этому менее подвержена. Если же возьмете 0,5, 0,45, а тем более 0,37 черепицу, поднимите ее с двух сторон вот так, при длине листа более 3-4-5 далее метров, вы точно измените межосевые расстояния, и потом, когда будете собирать черепицу, здесь у вас будут щели. Этого не знают многие неопытные кровельщики. Потом, когда они затянут деформированную черепицу на крышу, они там матерятся, стучат, пьют киянки, чтобы засадить замок точно. Так делать нельзя. Переносить черепицу можно двумя способами. Если лист очень длинный и вы хотите нести его горизонтально, вы становитесь где-то ближе к середине. Я показываю на коротком листе, потому что у меня такой остался. Даже если лист будет 10 метров, через каждые метра 3 вам нужен человек. Берется одна рука максимально так, другая максимально так. Напротив становится человек и берет ее так же. И она поднимается горизонтально. То есть, поняли? Руки раздвигаются, чтобы держать черепицу, чтобы она не провисала, не деформировалась. Один человек становится здесь, один здесь. И так попарно, в зависимости от общей длины черепицы, примерно через 2,5-3 метра. Но самый лучший и умный способ — это носить ее вертикально. Вот так. Во-первых, у черепицы есть два края. Первый край, подойди ближе. Первый, так, который ложится сверху, накрывочный. Вот он. И нижний, тот, который подкладной, который... Так вот, ставить надо на подкладной. Во-первых, на подкладном есть ребро. Сейчас покажу. Это, мы с этой черепицей обращаемся не сильно аккуратно, так как это лишний лист. Вот, смотрите. Видите, ребра. Во-первых, даже если не поцарапаются, здесь они накроются следующим листом черепицы, это видно не будет. Во-вторых, само вот это ребро выдерживает больше нагрузки, чем вот эта часть, которая имеет мягкий кант. Плюс поцарапанный край черепицы будет снаружи виден хозяину. Поэтому лучше всего брать за 3-4